Станица Вознесенская. В регионе открылся центр казачьей культуры. События пышно отметили первым казачьим фестивалем в Координационно-методическом центре культуры и творчества. Ну, казачество – это особая культура, которая своими коронями входит как и в русскую культуру, так и, наверное, в культуру кавказских народов. Здесь все перемешано, здесь то самое лучшее все. И для того, чтобы популяризировать само казачество, а казачество, по сути, это у нас это защитники Родины. По словам ивановских казаков, об этой культуре в области знают немногие. А если и знают, то представление имеют неполное. Потому гостей праздника встречали казачьими играми, лихими танцами и традиционными конкурсами. Не забывают казаки и о воспитании молодого поколения. На территории региона открываются настоящие казачьи кадетские классы. Один из них уже год работает на базе 15-й школы города. Мы считаем, что главная цель – это гражданско-патриотическое воспитание. Это православие, это семейные ценности. Ребята участвуют в туристических походах, в военно-спортивной игре «Зорница». У них проходят конкурсы песни, речевки, строя. Они обучаются азам казачьей культуры. В казачьих классах, по словам преподавателей, не только мальчишки, девочек тоже хватает. Большое внимание кадеты уделяют изучению истории, культуры, физической подготовки. После уроков идут занятия с казаками. Мы учимся фланкировать, владеть оружием. Я владею нагайкой и шашкой. Научиться несложно, главное захотеть. Сейчас в области около 300 казаков, и с появлением центра в Вознесенской станице их количество будет только расти. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.